Добро пожаловать, друзья, на канал WebPlay. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем игрушку под названием Raft. Всем приятного просмотра, и мы поехали. Ну что ж, друзья, сегодня у нас по планам, что я хочу сделать. Короче, так, ладно, заберем все, что у нас здесь есть, что у нас здесь расплавилось, что не расплавилось. Отплывем, и я хочу построить сегодня уже второй этаж, так что мы уже крест-накрест почти что сделали, да, чуть-чуть осталось, и будет все окей. Так, чего у нас не хватает, кстати, для наших сетей? Веревок, да, веревок не хватает, да, вот такая черта получается. Так, веревок, у меня, походу, больше нету нигде веревки, да? Пойдем заценим, посмотрим. Так, тут доски. Доски, пластмасса, железо, а вот веревок у меня нету, да? Веревок нету. Так как и воды нету, а почему воды нету? Ладно, выпьем сейчас все и наполним. Не знали, еще надо? Нет, не надо. Ладно, короче, надо. Так, отсюда мы уже, кажется, все собрали, да, походу. Больше ничего здесь у нас не было, не помню уже. Ладно, сейчас нырнем, посмотрим. Так, у нас хпшка есть, посмотрим, что у нас здесь есть. Ах ты, тварь. Походу, мы все собрали отсюда, да? Ну, давай, иди сюда. Давай, плыви ко мне. Плыви, красавица. Покажи свои зубки. Я почищу тебе кариес. Ну-ну-ну. Блять, не почистил. Цепанул, сука, мне. Да, походу мы здесь все собрали. Что больше не осталось, да? Ну давай уже быстрее. Хорошо, отлично. Да, походу тут осталось только у нас камни да железо. Ну, железо можно было бы, конечно, собрать, но... Мы сейчас такими темпами убьем акулу просто. Давайте сюда. Эво, лё, чё за? Я тебя цепанул быстро, я тебя первый тебе пизданул по там этим челюстям твоим. Хорошо. Ах ты, блядь. Как-то все странно получается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, опасно. Надо подхилиться. Вот так, вылезаем. А то что-то мы чуть-чуть получили по лещам. Это нехорошо. Так, ладно, покушаем. Надо хилку нам будет сделать нам еще. Так, давай. Там пару раз осталось ударить эту тварь, и будет все отлично. Так, хорошо. Ну так. Ну, где ты? Там мир, там железо есть еще, блин, железо бы захватить бы. Так, где эта акула? А чё, акула куда-то и делась, блядь, это она... Дезертировала от нас, я ничего не понимаю, что происходит, где она? Странно, такого не было раньше. По делам пошла? Уплыла. Ладно, пошли железо заберем. Лен решила отдохнуть перед следующим нападением. Сука, сейчас будет по-любому уже где-то плывет, уже хочет мне цепануть за зопу. Не? Оказывается, нет. Ну все, значит, надо, тут мы уже все собрали, смотрю, да, больше нет здесь собирать. Короче, снимаемся с якоря и поплыли отсюда. Нам нужны веревки. А, кстати, веревки. Ну, сейчас вот здесь порубим деревца, кокосика получим заодно. А как я так, я не прошу, я пропустил, я не понимаю. Манго. Странно, очень странно, ну да ладно. Окей, ладно, погнали отсюда. Снимаемся с якоря и вперед с песней. Чайка, я тут частичку потревожу чуть.
Мы будем просто плывать. И все, отлично, поплыли. Так, что мне надо? Так, значит, так. Не хочу, не получается мне создать полностью веревочку. Так. Значит, что я хочу сделать? Сейчас давай поплавим. Ой, ёпта. Нам бы туда как-нибудь. Ну ладно, черт с ним. Черт с ним, черт с ним. Железо у нас есть, кстати. Мы все равно можем поплавить пока что. Пока мы тут плывем. Довольно-таки большой плот у нас получился уже, блин. Сейчас как-то, блин, бегать довольно далеко, чтобы защищать его, если что. Потому я хочу полностью весь низ убрать, чтобы было больше места, чтобы не оббегать препятствия, а просто прям по низу просто бегать и все. Так, ничего здесь нету, нету. Так, досочки, хорошо. Положим досочку сюда еще. Так, хорошо, ладно. Может было что-то лимон? Ну ладно, черт, не первый, не последний. Так, веревочку я хочу насадить еще, блядь, не хватает. Так, это нам ни к чему пока что. С акулой что-то случилось, друзья. Акула куда-то нахуй исчезла. А, вот. Вот она. Ты уж думал. Ну, по-любому сейчас будет нападать где-то на, по-любому. Давай нападай, чтобы я мог отбиться и заняться своими делами. Не вижу я нигде. Ну ладно. Черт с тобой. Ну все, у нас нормально, тут все добывается, все отличненько, просто пластмасски. Хорошо. Там остров. Ты остров? Где ты, тварь, иди сюда. Так, где там остров? Туда надо плыть. Короче, остров. Открываем и поворачиваем вот туда. Туда, вот туда плыви, чувак. Туда плыви. Отлично. Плывем правильно? Нет, чуть побольше. Чуть левее. Ой, правее. Так, тихо-тихо, бочку надо собирать. Бочки собирать надо. Бочки — это хорошая вещь. Может, там что-нибудь такое полезненькое получится у нас. Собрать, но нет. Не в этот раз. Ладно, ничего страшного. Отличненько, иди сюда. Ой, чуть не упал. Так, сейчас у нас получится, по идее, должно получиться уже. Сетка, ой, не сетка, веревки изготовить. Ну, сейчас с веревками, да, у нас напряжно. А, нас держать же забыл уже. Так, это мы поставим на шестерочку. Шестерочка, иди сюда. А почему так стало нехорошо? Подожди. Вот так надо встать, вот отлично. Или нет, подожди. Как-то все у нас через жопу, блин. Как-то нет. Ну ладно, черт, это не важно, но все равно будет собирать. Не важно, какой стороной сеть кем стоит. Главное, чтобы попало туда и все. Так, тебя не трогаю. Иди отдыхай пока что. Отлично, отлично. Получится с веревочку. Нет, не получается полностью еще. Так. Так, так, надо еще повернуть. Вот так, пока идем, пока идем. Или уже мы не идем по ветру. И мы уже идем против ветра, блин. Тихо, доска. Ну да. Доски уже заканчиваются. Так, 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 так. Не заканчивается, а слишком многих уже.
Мы даже еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, мы уже будем на острове. Листьев мало, блин. Так, отлично, да. Можем. Да, на еще 4 этих надо. 4 штучки надо еще. Так, так куда ты плывешь? Дружище, заворачивай туда. Нихер тут, блин. Так, один лист есть, так. А, кстати, я же мог пальму посадить. Ну ладно, это потом. И тогда у нас были бы и постоянно, ну, можно было бы и срубить листья. Так, отлично, мы уже приближаемся. Сейчас мы как шлепнемся, так сразу скинем наш якорь. Стопэ. Отлично. Это закрываем. Ну и ложимся спать, ждем наступления утра. Встанем, покушаем и пойдем гулять. Отлично. Так, у нас есть рыбка. Наберем водицы. Отлично. Тихо, тихо, блин. Такое ощущение, что, чтобы, блин, ко мне акула подобралась, да. Так, ладно. Пошли на остров. Топор у нас есть. Так, что с местом? Надо выгрузить, надо выгрузить. Пусть так, это на выгрузить доски. Что у нас здесь есть вообще толковое? Доски. Ну, только доски можно выгрузить пока что. Остальное у нас... места нету никуда больше. Так, веревок не можем ставить. Ладно, пошли посмотрим, что у нас получается здесь. Отлично, пошли. Я знаю, что здесь волки могут быть, всякие живки. Ну, не здесь, наверное, скорее всего, в другом месте где-нибудь. Так, доска. О, пальмовые листья. Семена, кокос, отлично. Блин. А что это нельзя порубить? Столько листьев нам бы дали бы сразу. Так. Что-то выскользнуло. Манго. Ладно, сожжем арбуз. А мне два их, блядь, кого я сожжу. Мне надо манговые семечки, мне надо желтый цветок. Так, кокос. Угу. И все, больше толкового нету. Надо вся лучшая. Все лучшее под землей. Ой, под водой. Так, семечки, арбузы мне нахер не сдались. Так что не надо на это. Ладно, пошли обратно. Сюда. Так. Так, оно здесь уже сделано, да? Это сюда нам идти, так. Да ешки-матрешки, что это? А, это веревка. Окей, допустим. Образом стоит. Окей, акула, давай нападай. Ну куда ты уплыла, тварь? Я хочу нырнуть вниз. Перед тем как будем, короче, убьем акулу, создадим еще один ящик, надо выложить все ненужные вам вещи, и чтобы там под водой мы могли нормально отдохнуть, не отдохнуть, а вернее полутаться, отдохнуть, блин. Сюда, семка сюда, так. Ну что это я... Подожди, что на это надо? Так, веревка нужна. Шарниры. Отлично. Акуля головами нахер не сдалась. Так, короче, ставим
жарится вот это. Не знаю, здесь можно бонус все сразу. Мне кажется, только три можно, да? Ладно, сейчас создаем тогда. У нас веревок нету, да? Твою дивизию. Одна веревка тогда. Короче, у нас был маленький ящик где-то здесь. Вытаскиваем его, короче. Так что можем туда место туда положить. Интересно. Такс. Ладно, это выбросим тогда. Камень. Это выложим сюда. Это, значит, поставим на пятерочку. Чисто такой пока что вариант. Жрачку выложим. Кокосы. Жрачка. Жрачка. Моллюски. Что еще там у нас может быть по низу? Так, веревку мы оставим. Песок пусть остается. Гвозди. Металл. Доски. Доски можно выложить. И пластмасс. Вот этот. Где поменьше, вот так. Окей. Все, можем нырять сейчас. Спокойно. Пока что акулы у нас здесь не будут. Можем потусить. Что у нас, посмотрим, что здесь есть. Няшненького такого, вкусненького. Так, я вижу глину. Железо. Отлично. Давай, 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 давай. Все, отлично. Дальше, погнали. Водоросли соберем. Нам они понадобятся в дальнейшем. Довольно-таки много. Так, а теперь что, здесь нету ничего? А где ваши кроны? Что можно было бы собрать? Так. Походу, не у всех есть, да, не смотрю. Ну, тоже неплохо. Так, песок. Давай, так, хорошо. Совсем неплохо. Так, дальше. Собираем все, что возможно пока что. Пока акулы нету, блин, здесь у нас рядом. Может быть, совсем у нас остальным дофигища, а вот, блин, сейчас с веревками будут проблемы. Сейчас будем делать балки, чтобы на второй этаж выйти. Так, медь. Медь нужна. Я точно не знаю, сколько акула восстанавливается перед тем, как... Перед тем, как... После того, как мы его убили, а не перед тем, как мы его убили. Так, медь нам понадобится в дальнейшем для аккумуляторов, чтобы мы могли найти то, что нам нужно. В море. Или в океане, по большому счету, уже получается, да, что тут уже полный вот... Везде вода. Толком тут больше ничего не осталось. Так, вот тут еще металл. Короче, используем по максимуму, что мы можем здесь пока что. Так. Хорошо. Так, туда бы я, конечно, не пойду нырять. Не тут... Ёбаный ты карась, блядь, напугал ты меня, пиздец. Ну ладно. Пару раз нас цепанули, не страшно. То бишь не пару раз, один раз только цепанули. Это вообще мелочи. Ну ладно, второй раз тоже похер, вообще, вообще похер ветер. Мы сейчас по-хитрому. Вот туда переблызим, перелозим, перелезем, перелозим, блин. И посмотрим, что здесь у нас есть. Пока акула у нас доберется до нас, мы уже все уже увидим, что здесь происходит. И что, или ничего не происходит. Нихера здесь нету. Вообще пусто. Ну и черт с ним. Мы уже по большому счету собрались. Иди сюда, сука, иди сюда, иди сюда, сюда. Иди нахуй на пол и чип в таблище сейчас, шлюшка. Хочешь, опять где-то плывешь? Отлично. Так. Металл собрали. Глина. Глина у нас была здесь. Да, надо выложить глину. Медь мы тоже выложим. Пока что нам нафиг она не нужна. Песок пусть остается. Песок, я, кажется, сюда переложил. Или нет, не переложил сюда. Так, что я хотел сейчас сделать? Я хотел сделать балки на второй этаж. Или сначала закончить... Не, ну все равно надо заканчивать, потому что сейчас тут еще осталось один, два. Ну нет у нас веревок. А для балок нам не нужны веревки, да? Так что нам надо так... Вот. Такую тему нам надо. А почему... Подожди, подожди. А, гвозди нужны. Можно сюда, конечно, подожди. Я сюда один.
Так. Сколько у нас получается? Два остается, да? Значит, да. Подожди, у меня тут получается три остались. А это не могу сейчас убрать, да? Сука. Надо так убирать тогда. Это, считай, мы просрали ресы. Сюда. И сюда. Потому что потом парус мимо бы плывет. Ага. Доски, ты что, издеваетесь надо мной? Придосы, говорит, что нет, у нас вообще охерел. Моська. Так, значит, что нам... Это крыша. Деревянный настил. Отлично. А хер знал, надо достать нам еще доски. Мышка улетела, все, бля, прям в космос. Очень все странно. Ну да, нам, наверное, не сможем туда. Окей. Окей, допустим. Значит, надо создать еще. Один сюда. Как-то нестандартно получается, друзья. Что-то, бля, здесь два, здесь четыре. Что-то я не понял. Очень интересно. Так, у нас больше досок нет, да? Ну ладно. Снимаемся с якоря тогда. И плывем по течению. Так, еды у нас достаточно сейчас. Странно вообще как-то. Мне казалось, что это можно было раньше сделать с более, как говорится, просторным этим. Ну, то бишь, надо было ставить так часто. Опоры? Да что ж такое? Да, блядь, целая хуй туча пластмассы, а вот же, блядь, деревьев нет, досок нету, да? Вообще без... офигели, да? Отлично. Так, ладно. Значит, надо как-то еще сюда одну ставить, да? Досок нет. Одна доска есть, две доски. Очень странно, очень странно. Конечно, это не так, как я планировал, но, блин, ладно, что же делать уже. Поздняк метаться, говорится, да? Ну так, я говорил, то, что не играет роли, как у тебя эта сетка стоит, она будет все равно забирать то, что надо. Так, главное сейчас только не прозевать. Я думаю, что за свет нахуй, блин, ух ты. Отключенная няшная идет. Ой, 3,3 бочки, ёпты. Это нельзя пропустить, ни в коем случае. Картошина. Еще одна картошина.
Очень няшные вещи получились у нас здесь, да? Хорошо. Так, ладно, допустим, блин. Ну, все равно как-то получается очень не как-то не-не-не-не. Очень все плохо, все хоть печально. И что, почему ты не ставишься? А, досок нету. Хотел сожрать не, блядь. Как его? Доску хотел сожрать, не тварюга. Ну сейчас с досками будет сейчас проблема у нас, да? У нас одна доска осталась. Ничего. Поищем что-нибудь еще. Так, мы оттуда выплыли, да? Мы оттуда плыли, да? Мы оттуда плыли, плыли, плыли. Сожжем то, что у нас здесь есть. Рыбку скушаем, рыбку и попьем водички. Надо все выпивать, иначе у нас не будет водички. Так, ладно, собираем. Наливаем. Что-то не понял, алло. Где вода? Ой-ей-ей, не-не-не. Так, что-то я не понял. Наверное, налил, просто еще не отобразилось, да, как полагается. Так, пластмасса, пластмасса. А где доски, алло? Доски. Мне нужны доски. Так, я насколько мы можем... Я сейчас тоже, наверное, не смогу даже ничего поставить сюда. Мне надо, опять же, твою дивизию. Ну, это как-то тупо. Так, подожди, мы можем в одну сторону туда и в одну сторону туда, да? Так, окей, значит, делаем так. Значит, сюда ставим. Вот так. И, по идее, должно... Да, должно слиться. Отлично, да. То бишь, через две надо ставить, значит, так, хорошо. То уже не помню, уже как-то все забыл, блин. Ну, короче, друзья, это пока я тут буду бегать, собирать, так что я сейчас приостановлюсь чуть-чуть, да, и я вас уже увиду, когда уже построим второй этаж, так что, друзья, для вас это будет секунда, для меня это будет чуть побольше, так что никуда не съезжайте. Ну что, друзья, я чуть поработал, похимичил, подобывал, и посмотрите, что у нас получилось. Довольно-таки долго это было около 2 часов, вот это как у нас сейчас выглядит здесь, да, поставили 2 плавильни. Тут у нас дом, я не знаю, как эти балки, я не знаю, не могу их избавиться от них, так как они поддерживают крышу, так как я хочу на этой крыше сделать радиовышку и так далее и тому подобное. Ну, вроде бы все можно долезть, пролезть, и все, такая вот у нас комнатка получилась, да, тут календарчики, но это еще будем улучшать, тут всякие фишки добавим, да, еще ради... Единственное, вот то, что меня раздражает, вот единственное, вот такая шнуга, то, что вот эти деревяшки мешаются здесь, не знаю, как-то так нельзя их убрать. Здесь у нас зона отдыха, так видите, у нас здесь всякая разная шняга бывает. Тут вот выходим на 3-й этаж, ну, на 3-м этаже это уже мы в следующей серии будем уже продвигать, строить, типа, радиовышку. Ну и чтобы так типа, знаешь, как выше, то чтобы более лучший контакт был. Здесь я сейчас еще поставлю крышку. Кстати, давайте тем, чем займемся. Сейчас крышку поставим. Я хочу поставить прозрачный. Ну, здесь получится, конечно. А не, нифига не получится у нас. Я думал, давайте поставить вот такую вот с листьев, да, крышку. Не, ну не получается. Ну ничего страшного. Ну, единственное, можно так сделать, можно вот так. Вот такую тему замутить, вот так, мой взять, ну, не, я не вижу смысла в этом, ладно, черт с ним, мне что, тратить ресурсики сейчас. Ну, вот тут вроде всякие ограждения поставил, чтобы лисякол нападает, мы выпрыгаем здесь, и можно перепрыгнуть через эти тоже, это не проблема. Уже понемножку начинаю убирать все отсюда, и чтобы у нас был низ свободненький, тут у нас будут животные, козики, хуёзики, такая вот разница, я так уже подумал, что... Тут живку можно растить. И пальмы надо посадить будет тоже. Но я думаю, пальмы я посажу наверху. Даже... Что это у нас? Что у нас тут свекла? Не нужно.
То значит, что тогда делаем, друзья? Так как мы можем сейчас посадить пальму. Может быть, посадим пару пальм сюда вот где-то пока что. Так что давайте посмотрим, что нужно для большой... Не здесь, не здесь, не здесь. А где у нас? Подожди, подожди. Здесь. Большая грядка. Нам надо гвозди. Шарниры. Шарнир у нас есть внизу в ящике где-то здесь. Вот. Шарниры у нас есть, а вот места у нас нету. Ладно, шарнир тогда возьмем отсюда. Вот так. Вот так, отлично. Изготовить. Ага, супер. Куда это улетело? Так, так, секунду, друзья, нам что-то отсюда выложить. А что можем выложить отсюда? Вот это можем выложить. И пошли за большой грядкой. Посмотрим, как... Не помню, сколько она места занимает. Сейчас посмотрим. Ой, ёшки-матрёшки. Довольно-таки много. Лучше, может, внизу их где-то поставить. Ну, блин, даже не знаю. Даже не знаю. Надо будет расширять плот. Так как можно, конечно, сюда еще поставить. Но туда не буду... Не может, не будет места для... Давайте поставим пока что. Ничего страшного. Сюда мы, значит, семена. Семена. Так, смотрим, где у нас семена. Так, сначала надо выложить камень. Семена арбузные. Пальмовая семечка. Сюда. Вытаскиваем. Убрать, так. Это сюда. Потом еще это займемся этим делом. Так. Очень много ресов. Полить лужайку. Отличненько. Что я хочу следующее сделать? Я хочу еще один факел сделать. Факел, факел, факел. Только вот в той стороне. Так, это на пятерочку. Сейчас скоро топор сломается уже. Так, параллельно. Где-то вот сюда. Вот так. Отлично. Супер. У нас будет более-менее все светло. Да? Нормально, отлично, да. Супер. Так. Это мы перенесем. Сколько у нас? Нет, у нас места пока что нету. Так, что нам надо для еще шарниров? Не даже шарниров, а для изготовления. Я все забыл. Жрачка же это. Изготовить. Опять нету места, да? Шлюшка. Ладно, шарниры сейчас выложим. Если мы сможем, конечно. Нет, мы не можем. Не можем, не можем. Пластмасса. Не можем. Гвозди. Шарниры. Нечего даже выложить. А, медь. Ага, тут уже 20 штук есть меди, так что нет, не получится. Так, значит, знаете, мы что делаем? Веревку сделаем. Отлично. И где наш... Вот, большая грядка. Так, это поставим опять же так же само, где-то вот сюда. Даже не, как-то не получилось убрать надо. Уберем чуть поближе. Вот так. Семечку. Одну. Да, можем спокойно здесь проходить, все отлично. Наберем водички. Отлично. Надо напиться. Попить, 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 попить. Сразу. Это не значит, что, друзья, это перенесем наверх. Отлично, пошли. И это где-нибудь сюда поставим пока что. Вот сюда, где-то вот так, вот так, вот так сюда. Так, повернем. Отлично. Наполним. Отлично, так, хорошо, ночь. Так, надо еще пару факелов сделать. Так, факелы, факелы, факелы. Это где у нас факели были? Факели, факели. Факела. Хлам, ух ты, блядь, у нас хлама нету, да. Вот, облом, облом, часы. Болт, хлам. Ну, ладно, это не так страшно. Так что, друзья, я думаю, на этом мы закончим. В следующей серии мы уже будем заниматься развиванием. Я подготовлюсь уже, конечно, сделаем, соберем все детали для создания. Что такое? Доски? Но так это выбросим тогда.
камни нам нужны. Я соберу материалы, чтобы у нас было все отлично и все было суперски, чтобы не тратили время попасть где-то плавать вокруг, что-то искать. Вот, что это опять доски, доски, да. Вот, так что большое вам спасибо, друзья, за вашу поддержку. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии с советами. Обязательно прочитаю. Ну, на этом мы заканчиваем, друзья. Всего доброго и пока-пока.